На Басе прислали новое видео с беглым экс-акимом Алматы Бауржаном Байбеком. Информация пришла из Арабских Эмиратов. Человек, приславший видео, сообщил подробности. Видео снято 21 апреля 2023 года в городе Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах. В ресторане, в котором Байбек разговаривает с неизвестными, продают спиртные напитки. Место пользуется большой популярностью у выходцев из стран бывшего СССР. По словам нашего источника, в Рас-эль-Хайме Байбек купил себе коттедж, где экс-аким проживает вместе с женой и детьми. В прошлом году мы опубликовали видео с Байбеком из Стамбульского аэропорта. Затем появилось видео с Кипра. Появлялась информация и о переезде Байбека в Германию. Теперь Байбек оказался в Эмиратах. Несколько дней назад в Астане прошел суд над Кадыргали Байбеком, отцом бывшего акима Алматы. По неофициальным данным, на Байбека в Казахстане заведены несколько уголовных дел. По обвинениям в коррупции и попустительстве к беспорядкам во время январской революции. Если на Байбека действительно заведены уголовные дела, тогда он выбрал совсем неудачную страну для дальнейшей жизни. Из Арабских Эмиратов в Казахстан регулярно экстрадируют беглых банкиров, мошенников и чиновников. Байбек – один из немногих людей из назарбаевского окружения, с кем у Токаева не сложились отношения.